есть Shazam. Если вы не знаете, что такое Shazam, это чтобы определять музыку. Сейчас вот мы послушаем что-нибудь. Ну, видите, система работает, да, это у нас сейчас звучит Allure, Show Me The Way песенка. В общем, Shazam хорошая штука для всех, кто любит музыку, потому что можно стоять где-то, услышать по радио звучащий трек и его сразу понять, что это такое.